Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Всего на оглашении послания присутствовали около 1300 приглашенных. Освещали мероприятие около 900 российских и зарубежных журналистов. Президент России Владимир Путин традиционно обозначил ключевые направления работы на предстоящий год. Одной из ключевых тем стала демография, расширение поддержки семей с детьми, в том числе семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до 3 лет. Также президент поручил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Комментируя журналистам послание, главы государства губернатор Игорь Руденя подчеркнул, важно, что приоритетное внимание президент уделил именно поддержке семей. В вопросе номер один, который президент обозначил как, так сказать, лейтмотив, это вопросы демографии, то в Тверском регионе создана система поддержки многодетных семей, система поддержки демографических положительных трендов. Мы создали с 1 января 2020 года Министерство семейной и демографической политики.